Международный аэропорт Физули готовится к открытию. Воздушная гавань в освобожденном азербайджанском городе фактически достроена. Завершаются последние работы по отделке фасадной части здания аэровокзального комплекса. На строительной площадке трудится более 500 работников. Материалы для монтажа декоративных элементов привезены из Турции и Италии. Открывать аэропорт будут в торжественной обстановке с участием президентов Азербайджана и Турции. Напомним, что первый полет с пассажирами по маршруту Баку-Физули состоялся 5 сентября. Для осуществления исторического рейса выбрали самолет под названием «Карабах». Это самое крупное воздушное судно азербайджанских авиалиний Airbus 340. Время полета составило 35 минут. Во время посадки в международном аэропорту Физули прозвучало долгожданное приветствие. Добро пожаловать в Физули. Добро пожаловать в Карабах. В тот же день в освобожденный Физули впервые воздушным путем доставили грузы. Эту миссию выполнил Boeing 747-400. Я как азербайджанский пилот испытываю чувство гордости. Мы начали совершать полеты в воздушном пространстве Карабаха и будем продолжать это делать. Протяженность посадочной полосы Физулинского аэропорта составляет 3 километра, ширина 60 метров. Аэропорт может принимать любой тип самолетов. Площадь перрона составляет 60 тысяч квадратных метров. Реализация этого проекта одновременно была для нас и легкой, и сложной. Сложность в том, что во время начала строительства здесь абсолютно ничего не было. Ни электричества, ни воды. Вокруг были сплошные минные поля. Но руководство Азербайджана в кратчайшие сроки обеспечило нас всем необходимым. Территория уже разминирована. Здесь трудится около 1000 работников. Каждый из них прилагает максимум усилий, ведь они понимают значимость этого проекта. 27 сентября в Физулинском международном аэропорту приземлился первый коммерческий рейс. Его пассажирами стали известны путешественники со всего мира. Я из Соединенных Штатов Америки. Впервые в Баку был в 2006 году. Это мой второй визит в Азербайджан. Я глубоко впечатлен. В Азербайджане большой прогресс. Новые строения, реставрированные старые здания, чистые улицы. Мне очень понравился аэропорт. Очень красивый дизайн, дружелюбная команда. Каждый год мы отправляемся в труднодоступные места, где никто не бывал долгое время. Сегодня мы первая группа из-за рубежа, приземлившаяся в международном аэропорту Физули. Хотим узнать об истории конфликта, а также о последних событиях. Нам очень интересно увидеть Карабах. К строительству международного аэропорта Физули приступили в начале этого года. За 8 месяцев удалось полностью подготовить аэронавигационное оборудование и обеспечить воздушную гавань бесперебойным электроснабжением. Для обеспечения аэропорта питьевой водой пробурили две артезианские скважины глубиной 150 метров. Физулинский аэропорт уже включен в каталог Международной организации гражданской авиации. Азербайджан также строит аэропорты в Зангелане и Лачине.